Всем привет, с вами я, Димас Кутрец. И Блэк Дэн. Сегодня мы будем делать обзор вот таких вот тритончиков, наверное, которых мы поймали на... Сейчас я их вам покажу. Давай. Вот один. Это гребенчатый тритон, которых содержат как бы в домашнем условиях. Поймали мы их на болоте, их тут очень много. Вот такое вот болото, да. Там их ловим. Где приспособление, с помощью которых мы ловим? Вот такое вот приспособление, такая вот с помощью палка которого вот мы ловим их. Вот такие вот тритончики получаются. Скажи, почему именно их так называют? Потому что они весят 3 тонны. Шучу. Давайте вот, почему он уже липкий стал, ему неприятно. У нас их там, сейчас я вам всех покажу. Давай. Вот, сейчас, вот один. Необычное такое видео. Давай. Сейчас, да всю воду, сейчас. всю воду не сливай. Другим тритоном ставь. Да, ставим. Вот мы всех тритонов. Пойдемте наберем им воды. Пошли. Вот сколько их. Вот здесь вот мы наберем для них воду. Давай. Наберем. А, они уползают. Стой, смотри, чтобы не выплыли. Вообще бесстрашно. Вот мы их обратно в воду сунем. Тут собаки воют. Один притрон. На нас напала собака. Очень грозная. Вот сколько их там. Покажи поближе. Да, не видно, не видно. А, вот он сейчас с камеры спустится. Вот он. Че, отпустим их, Димон, после или нет? Покажи еще. Покажи их вообще. Смотрите. Сейчас мы их сольем. Опять. Давай. Покажи их всех, а потом их отпустим. Давай, давай, всех. Тут тритон разный. Тритоны. Стой, вот это давай, так чтобы было видно. Давай их на землю посадим. Вот их очень много. У нас тут поймали мы их, да. 3 гребенчатых и один такой вот обычный. У одного есть такой хвост красивый какого-то тут. Они, как видите, гребенчатые поменьше, а вот этот прудовой побольше. Который ну все, давай. Еще. Давайте их посадим вот здесь, вот на небольшой такой островок. Вот смотрите. Все, воду сразу. Все, поплыл. Этот какой-то вообще уже не живой. Воду. Смотрите, они все в воду сразу Ох ты, вот это у нее нервы. Смотрите. О, все. Все три тонны все сидят уплыли. Тут. Ловили мы вот на таком вот болоте. Есть еще вот, с такой вот фигней, есть еще вот такое вот болото. Тут их было поменьше, тут мы поймали всего их 2. Вот. Ловить попробовал легко. Приспособление сделал Дэн. Ну, в общем, все. Всем пока. Приятного просмотра. Ссылочку я оставлю под канал, ну, в описании.